Этой осенью группа детей из Уфы летала в Англию для изучения английского языка в школу с руководителем группы. Они летели через Турцию, через Анкару. В Анкаре у них была большая пересадка. Они останавливались в гостинице и гуляли по городу. Многие россияне были в Анталии, некоторые были в Стамбуле, но в Анкаре мало кто был. А это большой, красивый, интересный город, где есть что посмотреть. Потом дети прилетели в Англию. Там они учились в школе английского языка в городе Бат. Это старинный город. В школе у них упор был на разговорную речь. Они в основном разговаривали, общались на английском языке, совершенствовали вот умение разговаривать на английском. А в свободное время они гуляли по городу, они ездили на экскурсии. Бат – это старинный город, которому больше 1000 лет. Рядом находятся другие такие же старинные города, например, Бристол. Они ходили в кафе, ездили в Лондон на экскурсии, были в интересных музеях, играли в боулинг, катались на роликовых коньках. Некоторые даже посетили ботанический сад с необычными деревьями и видели белок. Но в Англии белки живут не только в ботаническом саду, их можно увидеть просто в городе. В частности, на кампусах университетов запросто можно встретить белку под деревьями. В Англии повсюду заметна близость Рождества, там Новый год особо не празднуют, празднуют Рождество, но атрибутика примерно та же самая, елки и подарки. Дети жили в одном большом доме в английской семье, с ними также жили англичане, английские дети. Это было интересно. С ними вот жила большая добрая собака, которую можно было погладить. В конце курса все получили сертификаты о прохождении курса и благополучно вернулись в Россию, также через Турцию. Детям понравилась поездка.